Да, Краш, ну, как бы ему не отдаться тому самому Алмазеру, у него позиция очень хорошая. Так, ну там проблема в том, что не Блэк уже жмет радио, вот в чем дело. Любитель прожимать спину, был законтрен только что. Краш всегда на стороже. Краш находит очередной фраг. Ну и теперь остался лишь один Алмазер, но может выбить Краша, может забрать его. Вот тут, да, все-таки делает этот фраг, хоть и остается битым, но Смайк-то тоже красный. Выходит из Смайка и хоронит его. Отличный раунд от Алмазера. Как прочитал-то Смайка? Не знаю, шумел он или нет на лестнице, но, по крайней мере, я этого лично не слышал. И, возможно, Алмазер про прочитал.